Веселиться, петь и танцевать любят и умеют не только студенты. В предстоящие выходные у челнинцев будет для этого множество поводов. Подробнее о них расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша». Уже в эти выходные состоится встреча, которой давно ждут многие челнинцы. В субботу, 23 марта, в набережные Челны с юбилейным концертом приедут группа Любэ и ее бессменный лидер Николай Расторгуев. Выступление, посвященное 30-летию прославленной группы, пройдет в концертном зале Сары Садыковой. Любите цирк и почаще приходите в цирк. Благо в Челнах есть и собственная труппа. Молодой коллектив, в котором состоят и дети, и взрослые, представит программу «Волшебный сон». Развлекать зрителей будут клоуны, жонглеры, гимнасты и акробаты. Кому не по душе просто смотреть, тех ждут на урок индийского танца. Студия «Сарасвати» приглашает всех желающих на подготовку к весеннему флешмобу. По замыслу организаторов, любители индийской культуры соберутся вместе, чтобы исполнить танец прямо на улице. На репетиции, которые проходят в роднике, просят захватить сменную обувь, удобную одежду и паспорт. Можно посетить театр, да не простой, а удивительных детей. Юные артисты представят сказку «Айболит в поисках Апеленгабуза». Зрители сами решат, сколько заплатить за просмотр. Показ благотворительный, и все собранные средства театральная студия направит на постановку нового спектакля.